Да, нужна книжка. Книжку надо. Сейчас. Так, а где я тебе ее дал? А? Ты мне вроде где-то дал, я же тебе сказал, нет, держи. Не было такого. Как это было? Ну, первый. Не туда. Не летали. Поднимаемся наверх. Если лучше докладывает. Делаем такие, как будто зеваем. Докладываем. Допрыгнем в обратную сторону. Руки. Уши. Снова может закладывать. В этом случае, как при дайвинге, закрываем нос и продуваемся. Спокойненько. Так. Положение тела на отделение. То есть подходим к двери, обрез двери, команда приготовилась. По команде приготовились, ручки убираем сюда, мы беремся, да, затылок прижимаем ко мне и повисаем ножки назад. Повисайте, держу, прогнуться на мостик. В таком положении прыгаем из самолета. Поднимаемся на ноги. В свободном падении поддерживаем положение прогиба, хлопок по плечам. Сигнал, что руки нужно расставить, не напрягаться. Подбородок вверх, смотрим на камеру, машем, улыбаемся, посылаем воздушные поцелуйчики, летаем, все в камеру. Второй хлопочек по плечам, сигнал, что руки нужно убрать. Убрали, раскрыли парашют. И это все одновременно, да, делаем? Все с парашютом. А вы без. Зачем нам? Мы этап не. Я прочитал, что одинаковое. Улыбайся, нас поднимай.
Это с собой все не отдашь, да.